И всем привет, дорогие друзья, с вами Строксин159, и я продолжаю обозревать моды на игру Minecraft. Так, сегодня у нас мод на соду или на всякие спиртные напитки. Итак, что же добавляет этот мод? Этот мод добавляет вот такой вот автомат, из которого мы будем получать эту соду. Итак, как крафтится автомат и всякие монетки и все такое. Итак, вот наш автомат. Он крафтится из алюминиума, это новая руда, она похожа немножко на железо, да, немножко, и она добывается в шахте. Потом красная пыль, шестеренки, железная дверь и железные прутья. Как крафтятся шестеренки? Шестеренки крафтятся вот так вот. Да, и потом разлаживаем крафт вот так. Потом... Чтобы купить нам вот отсюда соду, нам нужно иметь монетки. Вот такие вот монетки. Как крафтятся монеты? Монеты крафтятся легко. Они крафтятся из 4 слитков золота. Только это 10 монет. А это очень мало. Ну, 10 соды. И давайте сейчас понакупаем очень много такой соды. Как покупать, это очень легко, просто берем монетку и щелкаем по автомату. Все. Как мы видим, тут очень много всяких напитков. Вот я увидел Пепси, Монстер, я знаю, это вообще спиртной напиток. Это не знаю. Спрайт. Дальше там еще Фанта, Ред Булл. Все, больше не знаю. Да, я тут больше ничего не знаю. Никогда не пил спиртные напитки и не советую вам. Да, хорошо, что тут хотя бы есть там всякие там спрайт, пепси. Да, итак, пополняют они вроде бы все одинаковые или что-то больше, что-то меньше. Я не помню, что пополняет. Да, но после того, как мы выпьем, у нас появится вот такая вот штучка, то есть пустой стакан. Зачем они нужны? То есть вы такие попили, выкинули на мусорку и все, и пошли. Но лучше не надо выкидывать, потому что он есть такая штучка, мусорка или что это. Ну, в общем-то, вот такая вот зелененькая штучка, похожая на автомат. Она крафтится из 8 алюминиума. Да. И после того, как мы его скрафтим, поставим, мы можем щелкать стаканами, и нам будут выдаваться самородки. И когда мы будем покупать, то есть мы сможем бесконечно это делать. Ну, только если у вас, конечно, очень много самородков. Вы сможете крафтить себе все время золотые слитки. Давайте как раз сейчас попробуем. Стоп, как нам крафтится? А нет, нет, долго, но все равно это нам надо 36 самородков, то есть 36 бутылок, чтобы скрафтить 4 золотых слитков. А 4 золотых слитков это 10 монет, еще плюс 10 соды. Ну, как бы, это разнообразит вашу игру в Майнкрафт. То есть вы сможете теперь не только есть, но и пить. Только будет засчитываться голод. Да. Ну ладно. Ссылка на этот мод будет в описании, как всегда. И да. Все, на этом я заканчиваю. И всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписываемся на канал, ставим лайк. Оставляем комментарии. Подписываемся. Подписывайтесь. Ладно, всем удачи. Всем пока.